Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели заседание первичных отделений. В мероприятии приняли участие секретари первичных отделений партии из Новоивановского. На встрече обсудили предстоящие выборы губернатора Московской области. Рассмотрели вопросы доступности участковых избирательных комиссий для людей с ограниченными возможностями и определили пути их решения. Также разобрали поступившие от секретарей первичных отделений проблемные вопросы. Такие встречи будут проводиться регулярно с выездом в другие территориальные управления округа.